Я понимаю, ученик тебе откуда придет помощь ко мне. Помощь моя придет от тебя, Бог сотворивший небеса. Я понимаю, ученик тебе откуда придет помощь ко мне. Помощь моя придет от тебя, Бог сотворивший небеса. Псалмы, Тегелим, книга, да?
на иврите. Псалмы Давида, который побеждал, который побеждал, который побеждал, знал Бога и был мужем по сердцу, славный певец Бога. И мы эти псалмы поем, торжествуем Бога и знаем, что победа за Израилем, победа от Бога. И есть хороший псалом, псалом Давида, 22-й, где написано: «Даже если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они охраняют меня». И пускай, мы знаем, что многие сейчас израильтяне проходят этой долиной смертной тени, пускай Божий жезл, посох будет охранять меня. Жилище твое.